почти давно. Фактически 2 года, в этом году сделали персональный проект. Благодаря Василию Пробскому, который нам его порекомендовал, чему мы не, как бы, не сожалеем, но очень рады, что это случилось. Потому что дальнейшие творческие связи переросли вот в этот сегодняшний проект, который мы вам сегодня показываем. Здесь еще я не назвала третьего автора, который, к сожалению, не смог приехать. Это Нина Айратян. Она представлена в первом зале. Выставка, проект, можно так сказать, фотопроект, называется «Селфи». Каждый автор здесь самоидентичен. Каждый автор представляет свою сторону творчества, свою идею, свою концепцию. Она очень интересна и увлекательна. И у каждого по-особому хороша. Поэтому мы предоставляем вашему вниманию, на ваш суд, вот этот материал, чтобы вы смотрели, углублялись, учились, понимали, разбирались. Ну и знали героев в лицо. Ну а теперь мне бы хотелось предоставить слово нашему директору Инне Ивановне Островинской. Прошу. Спасибо. Я буквально 2 слова скажу. Мне кажется, этот проект очень важно, что открывается сейчас и в нашем городском центре изобразительных искусств. Потому что селфи, это, наверное, слово, которое чаще всего употребляем мы в последнее время. И все делают селфи. И даже те, кто его ругают, все равно они хоть раз его делали, куда-то там выкладывали. Да? И это уже стало такое массовое явление, которое, наверное, уже пора начать изучать. Там, я не знаю, психологом, социологом и так далее. Но в любом случае это здорово, неважно, какой это селфи, там, я на фоне дома, или я с котом, или кот со мной. Это в любом случае нам дает возможность творить, то есть мы можем себя почувствовать творцами. И вот сегодняшняя выставка, мне кажется, она такой задает планку, показывает нам, что селфи — это не просто вот я там себя где-то щелкнул, да, а это может быть инструмент, через который мы представляем себя миру, показываем, может быть, какие-то там внутренние переживания, открываем, может быть, себя через селфи, о себе то, что не можем сказать словами, какие-то свои увлечения. В общем, это очень интересный инструмент, который нужно изучать и который нужно развивать. И спасибо большое авторам, что они вот нам такую прекрасную выставку предоставили. Очень приятно, что работы абсолютно разные, и разные техники, и разные инструменты. Ну, мне кажется, что есть чему поучиться, чем понаслаждаться, и приглашайте друзей, приводите детей, и, не знаю, и давайте стараться делать художественные селфи. И я вот хочу поблагодарить наших прекрасных гостей, подарить им такие летние букетики. Спасибо. Очень приятно, что люди из Москвы приехали, нашли время, и как мы вот сейчас, перед тем, как я передам им слово, хочу сказать, как мы заявляли в наших релизах, вообще, когда приглашали вас на открытие, они нам проведут сейчас небольшую экскурсию, так что узнаете все из первых уст. И сейчас слово передаю авторам Анастасии Потехиной и Борису Назареву. За добрые слова, за прекрасный прием. Я чувствую себя счастливой и радостной. Мне тут сказали, что я не улыбаюсь в своих селф-портретах, и что, может, у меня все плохо, но, по-моему, у меня все хорошо. И, по-моему, сейчас это прямое доказательство. И спасибо Борису Назаренко. Я благодарна, что он меня приобщил в свою компанию. Спасибо. Я считаю, что это не лучший российский автор.
приехала. Ну, в общем, сальфет — это настоящее искусство, и все зависит от